восстановим концептуальный смысл словосочетания «образ жизни». Образ – это аббревиатура и состоит из буквиц «он», «боги», «ер», «рцы», «аз». Сложив смысл каждой буквицы, получаем «он богами творимый, рекомый асом». Красивый концепт. Слово «жизнь» тоже аббревиатура. Живот, земля, наш, ерь. Это значит, живот земли нашей созданный свыше. Объединяя слова «образ» и «жизнь», получаем концепт. Богами и асом творимый один из ликов живы. Или бытие в одном из качеств. Или роль в игре. А живо – это единица жизни, наше подлинное «я». Неправильно говорить «моя душа». «Я» есть душа.